Хоу-хоу-хоу! Здравствуйте, мои дорогие зрители канала Zero Tool! С вами, как всегда, я, Дедушка Мороз, с подарочками для тиммейтов и врагов. Пошел четвертый день, как Zero Tool там развлекается с моей Снегурочкой. Ну а мы с вами развлекаемся с друзьяшечками. Здравствуй, родненький мой, здравствуй, давушка. Давай же ж пойдем разнесем вражин супостатских. Привет, привет, Дедушка Мороз. Расскажи, родной, как у тебя новогоднее настроение твое? Да, Новый год прям шикарно встретил. Не знаю, на моей памяти один из лучших. Будем надеяться, что он и будет такой же хороший. Все так и будет. Дедушка Мороз будет стараться, чтобы каждый Новый год становился только лучше. Мандарин нажрался. Мандаринов не только ты нажрался, их и Zero Tool покушал. Как дедушка смеялся, когда увидел у него настолько оранжевый язык от мандаринов, что просто смех. Да. Не, вообще Новый год реально прошел прям классно. Все в духе праздника, по-семейному. С новогодними салатами. Это хорошо, дедушка любит, когда на Новый год люди накрывают большой-большой стол со вкусняшечками разными. Вот и каточка нашлась, это как хорошо-то. А то дедушка долгий поиск-то не любит. В этом году побыстрее что-то поиск пошел, я смотрю. Да это все потому, что новогоднее чудо! Хо-хо-хо-хо! Ой, а как же ж это так получилось-то? Ой, смешнюненько. О-хо-хо-хо-хо! Вот так дедушка Мороз заснайпил друзьяшек Zero Tool-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну ничего, так сказать, двоих за раз. Вот так дедушка, отдает. Ну ничего, ничего. Так, на саде ужасов дедушка хочет сыграть на каком-нибудь интересненьком герое. А ну-ка, давай-ка возьмем здесь... Оленяшу новогоднюю, да как? Раздадим всем по жопке елкой-то со звездою. Ой-ой-ой-ой. Сейчас каждому проказнику в жепку по елочке. Хо-хо-хо-хо. Сейчас Астян начнет убирать всяких любимых героев Zero Tool. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Не знает, родненький, что он против меня попался. Небось, не верит. О-хо-хо-хо! Ну ничего, ничего. Дедушка-то Мороз не знает его пиков, поэтому забанит стандартненько, стандартненько. Да и незачем дедушке пики-то его банить. Дедушка не боится Астиона, а наоборот, рад. Получается, что дедушка сразу с двумя подписчиками Zero Tool поиграет. Так. Вот Варяуна у нас вроде не планируется. А кого бы забанить-то тогда? Пожалуй, его и забаним. А то что-то переживает дедушка. Сейчас он будет пикать, как в старом ходу. Это как же ж, родненькой? Опаньки, это как вы так сделали-то? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо получилось-то. Кажется, что-то знает вражина-то. Шел бы стрим, я бы уверен был, что... Хо-хо-хо! А это так, совпадение! И такое бывает в новогоднюю-то пору, в праздничную пору. Небось, эльфы-помощники нашептывают ему. Хо-хо-хо-хо! Так. На саду-то ужасов, да кого ж забанить-то? Хила у них нету, да автоатакера. Ой-ой-ой-ой-ой. Кого ж забанить-то, кого ж забанить-то? Ну давай забаним проказника Стукова.
Уж больно он силен. Леща по морде раздает. Ой да как, ой да как. Один раз как даст, так сразу на Южный полюс и улетишь. Хо-хо-хо-хо. Ну давай, родненькой. В духе всех друзей Зеротула, каждый, кто попадается против Зеротула, обязательно хоть раз должен забанить Зеротула. Эх, что ж такое-то? Ой-ой-ой-ой. Неужели такой бесстрашный? Али не признал, что Дедушка Мороз на аккаунте Зератула играет? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не признал. Али, они решили сами взять Зератула-то этого? Ой, а давай-ка посмотрим. А то сейчас бац. Ой, как вкусно. Ой, не может дедушка удержаться, кажись, сейчас... Передумает дедушка всем елочки-то раздавать прямо в жепки и начнет всем бошки отрезать для снеговичков. Тоже интересно, что последний. Хо-хо-хо-хо! На контур пикали. Думают, дедушка Мороз боится их. Ой, зря, ой, зря. Ой, сейчас поразвлекаюсь я. Ой, поразвлекаюсь. Покажу вам настоящий скилл, не то что Зератул. Ну что, родненькой, стало быть, настало время, когда надо побеждать. Стало быть, да. Стало быть, да. Хватит для спонсоров-то видосики-то записывать. Хо-хо-хо-хо. Локальный юморок. Кто понял, тот понял. Подписывайтесь на Boosty Too. Зератул рад будет. Там дополнительный контент новогодний для вас. Чувствую, что Астиан признал. Я чувствую, что сейчас у него одно отверстие. Так, жинг-жинг-жинг. Все уже и уже становиться будет от страха. Вот это чувствует дедушка. А то оно ж знаешь как, на морозе-то ж всегда же ж так. Все сжимается. Вот и тут сейчас как колдонуем новогоднюю стужу. Как начнут они там все мерзнуть да бояться, что по карте ходит один суровый Зератул. Ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хо-хо. Я приведу вас к славе, воины. Сейчас мы ему подарим мандаринки за то, что он меня давно смотрит. Ну, давай отвесим ему тумакор. Шо-шо-шо говоришь, родненькой? Давай отвесим ему тумаков, вроде говорит. О, это все верно, это все верно. Но мы будем их бить, но любя. Знаешь, как в поговорке. Бьет, значит, любит. Хо-хо-хо-хо-хо. Ух, все бы на горошине нарваться. Так, так, так. Ух. Ну, за сердечко в новом году и умереть можно. Это верно. Ой, это ты как это так догадался? Ой. Вот это, однако. Вкрутили люлей дедушки. Ой, злодеи. Ладненько, побежал дедушку тогда собирать опыт. Ох ты ж, посмотри, а он меня решил... Ты посмотри-ка, а? Провоцирует? Провоцирует злодей дедушку. Ой, зря, родненькой. Ой, зря ты решил так со мной поиграть. О, а так они меня вдвоем тут? Это что ж тут у них за план такой? Загангать гангера? Это вы зря. Ой, подождите, 10-й левел будет. Ой, дедушка накажет вас за плохое поведение. Накажет вас за то, что не боитесь вы гангеров в этой игре. Ой, познаете вы, познаете. Сейчас подождите. Опаньки, на компостик бежим, бежим. Там их двое будет, родненькой. Давай, 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 давай. Заходим. Опаньки, хихоньки да хахоньки. Опа, и утр пришел. Ой, так, ладно. Ой. Текаем, родненькой, многовато уже нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, живем, живем, живем. А ты так не наглей, сладкий мой, и что вылезает он тут?
На развороте-то дедушка может и посохом челюсть сломать. Хо-хо-хо-хо-хо. О, герои. Семена моей мести вот-вот сходы. Вот он, сладенькой. Быстрее врагов. Это хорошо. Так, пойдет дедушка, восстановит свою волшебную жижу синюю. Как же ж вы ее там называете? Ах да, оливьешную силу. Хо-хо-хо-хо. Без оливьешной силы в новом году никуда. Это точно. Ты вот прежде чем видосик-то снимать пришел, оливьешечки-то покушал, родненькой? Али все салатиками с кальмаром обходишься? Да я доесть никак не могу на самом деле. Весь Новый год только ем и ем. А это всегда так? Ох ты ж какой чертяка, знает мои повадки-то, знает. Ну ничего, ничего, сейчас 10-й левел стукнет, ох, познает боль, лиминка вражеская, ох, познает. Подарочек-то получил, надо отрабатывать, хо-хо-хо-хо-хо. Ну и мой хороший кукок. Навешиваю. Вы готовы подобрать новое семя? Прям по-новогоднему. Оно уже прорастает. Ух, какой уши, блин. Думал, попадет? Так-так-так. Семя созрело. Лучше без седьмого левела что-то неуютно, дедушки. Вот так. О. Ну, теперь-то вообще уютно. Ой! Тирандушка-то нашего-то. Ой-ой-ой, что ж сейчас будет-то? Ну, практически сваливать пора. Ну, как же ж так-то ж? Ну ладно, дадим эту семечку-то. Беги! Убежал. Прям как против Зератула играет. Да вообще ж! Прям повадки мои знает. Знает, куда стрелять, знает, как... Стоит Зератул в кустиках частенько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего, дедушка не боится. Дедушка-то вам не Зератул. Хо-хо-хо-хо. Дедушка-то и чудо колдануть может. Да такое, которого никто не ожидает. Не пули дедушку. Хо-хо-хо-хо. Ну, бегут. Час настал. Принимайте. Да, мне не страшно, я не боюсь. Ой! Больно, дедушки! Ничего, ничего! Дедушка-то вам не Зератул, дедушка и колдануть может. Сейчас прибегу, родненькие! Ой, молодцы, красавцы! Лучше я, сейчас бы вот только вот бы нам бы здесь вот эту драку бы пережить. Ой, не пережил! Ой-ой-ой-ой-ой! Как же ж у нас тиранду-то все время ловят! Так, ну я-то сейчас нарядились. Ой, защищай, родненький, защищай его! Ой! Повезло-то как нашему костлявому-то! Ой! А вот это-то задефать успейте, успейте, успейте. Ой-о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 й. Ой, как же ж так-то? Все же вроде рядом, и никого рядом не оказалось. Ай-яй-яй-яй. А вот и 10-й левел появился. Ой, беги, родненький, зажали тебя там. Гопнички-то. О, своевременно я выбежу. Оп. Жить хочется, дедушки, жить хочется. Ой! Больно! О-хо-хо. Ох ты ж! Бабл дал!
Злодей какой. Приготовьтесь, герой. Шамок Тори, Генеси. Семечка вверху еще. Ну, сверху, тут сверху можно умирать. О! Брат, иди. Давай, коротенькой. О! Вот это подстава! Ой, дедушка жить хочет! Хо-хо-хо-хо! Кастует дедушка новогодние чудеса одно за другим! Хо-хо-хо-хо! С Новым годом, дорогая Леминка! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! О, сборщик, а? Беги, а хелпы-то не будет, что ли? Ой, тяжело, дедушке, тяжело! Ой! О, хорошо-то как! Ох, пережил дедушка такие времена! Оп. Так-так-так! Видит дедушка одну магичку необычную. Ох, побеседует с ней дедушка сейчас, ох, побеседует. Опаньки! Хо-хо-хо! С Новым годом, родненькой! Хо-хо-хо-хо! Серия убийств. Доступный новый талант. Новая серия прорастает. Теперь попроще будет. Так-так-так, пойдет дедушка. Еще раз новогоднее чудо колдовать. Хо-хо-хо-хо-хо. Не одна, да? О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не переживет дедушка драку-то эту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ошибся немноженько. Давай, родненькой, терпи, терпи. 13 секундочек. К вам пришел Леворик. Ох, сейчас должна быть драка. Вот так вот-то. Ты посмотри. А Дед Морозовское-то чудо-то работает даже без самого Дед Мороза. Хо-хо-хо-хо-хо. Мои снеговички-то затащили и без меня. Ой, вы ж молодцы. Мои ж вы, ребятишки, хорошие. Нино радуется, дедушка, как вы хорошо все сделали-то. Ой, здравствуй, мой хороший. Куда ж ты вот, дедушке, убегаешь-то? Ты подожди, родненькой, подожди. О. Эх, выжил, ну ладно. Хилов можно и отпустить. В новом году. Это верно. А то их и так уже не осталось почти. Вымирающий вид в этой вашей Heroes of the Storm-то. Хо-хо-хо. Как хорошо-то пушится. И верх заберем. Ой. Ой, 16 еще будет. Ох, рядом оказался! Повезло, повезло нашему другу-то. Хо-хо-хо-хо. Рядом утро оказался, злодей. Засейвил он Леминку, а так бы я бы его сейчас как наказал бы посохом-то по голове. Ну ничего, ничего, можно и передохнуть дедушке-то. Хо-хо-хо-хо. Уходите, ой, родненькие, идут к вам там сейчас. Ой, идут. Не будет просто волшебного. Пора валить. О, точно пора валить. Уходи, родной, все, бегите. Вот, молодец, внучок, знаешь приемы.
Зератуловские! Вот, здравствуй, родненькая! Пережила таки меня. Благодаря утру. Отойдем давай чутка, внучок. Ой, куда ж вы это шли-то? Ой, куда ж вы это шли-то, родненькие? Да, это. Ой, шо ж вы творите то? Беда, беда. Тяжело сейчас дефаться нам будет. Верх потеряем, точно? Семя проросло, но на него так много претендентов. Ценник, кстати, нормальная горошка. Это... Утр с бабом, конечно, жалко. Ой, да, этот утр мне мешал много раз. Тут твоя правда, родненькой. Ой, не переживет ли Орик этой схватки? Да, вверх потеряем, как бы не весь. А ну... Ой, отходи, родненькой! Да, вверх, походу, и весь. О, тиран до минус. Не надо туда прыгать, родной, иначе вообще игру отдадим. О, что ж творит-то, дедушка? Да какой же ж бабл-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 неужто отдадим каточку-то? Ой-ой-ой-ой-ой! Держитесь, братцы, держитесь! Не смейте помирать! Ой, красавец! Ой. Сейчас бы только Леорик как-то... Ай! Ой-ой-ой-ой-ой, нету! 57% укоры! Ой, как боится дедушка, ой, как боится! Давайте, родненькие, защищайте! Нет, 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, как же ж так, как же ж так? Не смог дедушка переколдовать-то лиминку-то, ой-ой-ой-ой! Еще не конец своих. Лучший игрок. Да. Ну что ж, родненькой, бывает и такое, но зато как повеселились мы в этой каточке. Эх-эх-эх-эх, ну в любом случае желаю тебе крепкого любовного счастья, здоровья побольше и всего самого хорошего в новом наступившем 23-м году. Встретимся мы с тобой уже только в следующем году в зимние праздники, а пока что пока-пока. Пока-пока, дедушка, буду себя хорошо вести в этом году. Умничка! И вы тоже, зрители, ведите себя хорошо!